Весна. 12 апреля. Понятно. На заливе. Что на заливе, да. Туристы проголодались. Где бы нам перекусить? А что это тут такое? О! Это, наверное, скатерть-самобранка. Как говорят, когда скатерть-самобранку? Скатерть-скатерть, еду нам накрой. Дай пожрать что-нибудь. Что-нибудь пожрать накидай и побыстрей. О! Термос появился. А что, больше ничего нет? О! Чашки с вкусняшками. А серьезнее что-нибудь будет? Мясо хочу. О, это уже по-нашему. Курочка вкусно жареная. Аромат какой. Ой, скатерть, спасибо тебе. Ну, еще что-нибудь подбросишь? Хлебушка, пожалуйста. Скатерть, прикинь, все на нас уже смотрят. Что у нас тут появляется, появляется и появляется. Вау. Яйца расписные. Христос воскресе. Картошечка в мешочке. Любовно приготовленная. Вот тебе и хлебушек. Ну все, спасибо, скатерть. А, раз, два, три. Горошек. Лети. Вау. А это чтобы не, как это, не сухо было. Чтобы не было. Сухо, чтобы не было. Ну все, приступаем к еде. Спасибо, скатерть, у нас трапеза начинается. Ням-ням, хрум-хрум. Укладывать. Детям нужно укладывать такие. Почему? Здесь.